трактор где? Благодаря появлению на свет Ванечки Светлана стала обладательницей материнского капитала. Покажи, сколько Ванеке годиков. Годиков, Ваня, сколько пальчиков. Все, заскромничали. Напомню, на материнский капитал имеют права женщины, у которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок. Сейчас размер материнского капитала составляет 343 378 рублей 80 копеек. Эти деньги по прошествии 3 лет можно потратить на учебу. Можно воспользоваться капиталом и раньше, на улучшение жилищных условий. И прямо сейчас 12 тысяч. Их можно потратить на то, что нужно. Заявки рассматриваются в течение 2 месяцев. Женщинам, написавшим заявление с 29 по 30 августа, средства уже переведены. Их можно будет получить на следующей неделе. Женщины, имеющие сертификат на материнский семейный капитал, имеют право на единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей за счет средств материнского капитала. Они могут обратиться в управление пенсионного фонда по месту жительства, предоставить заявление. Понадобится сам сертификат, его дубликат, паспорт, копия страниц с фотографией и пропиской, справка о реквизитах банковского счета, ее нужно получить в банке, страховое свидетельство обязательного медицинского страхования. Спешить всем одновременно в пенсионный фонд специалисты не советуют, время еще есть. Если ребенок появился в семье в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года, за выплаты нужно обратиться до 31 декабря 2010 года. Если же право на материнский капитал возникло только с 1 октября, октября нынешнего года по 31 декабря. Написать заявление на выплату нужно не позднее 31 марта 2011 года. Своим правом получить 12 тысяч рублей воспользовались уже 2000 мам. Это почти половина всех обладательниц материнского капитала. Просто решила получить и все, не решила еще на что потратить. Ваня, конечно, хочет, чтобы у него появились новые машины. Яркие бибики – это пока самое важное в жизни. После мамы, конечно.